Итак, сегодня большой футбол. С вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. Да, афишу этой встречи просто замечательные. Будем надеяться, что команды не подкачают и покажут хорошую игру. Сегодня Россия сыграет со сборной Норвегии. Для нас этот матч не имеет особого значения, но для игроков это не так. Любой вызов в национальную сборную – событие крайне приятное и важное. Надеюсь, игроки считают так же и не подведут наши ожидания. Очень хочется, чтобы игра получилась интересной. Игра началась. Смотрим. Черыш. Тут может что-то получиться. Алан Загоев. Есть поддержка партнеров. Мяч летит в штрафную площадь. Будет угловой. Василий Березуцкий подарил мяч кому-то из болельщиков на трибуне. Спасибо, скажи ему. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Какой удар! Это по воробьям. Смолов. Это может быть опасно. Получает мяч на ходу. Георгий Щенников. Верный момент он сейчас упустил. Тут забивать надо было. Да, всех прошу, и нужно было только попасть. А он, к сожалению, не смог. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Удар по воротам. Отличный прием. Так держать. Это может быть опасно. Артем Дзюба. Федор Смолов. Вот это удар! Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Мяч уходит на угловую.
Дзагоев. Отлично сыграно, надо решать. Красиво сыграно, как эффектно. Удар, опасно. Какая реакция, какой прыжок, класс. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Федор Смолов. Выше ворот. Алан Дзагоев. Пока неплохо. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Черышев! Вот это спасение! Арбитр назначает углу. Алан Дзагоев. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Зюба. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Алан Дзагоев. Может получиться интересная атака. Прижали соперника к воротам. Удар. Вратарь намертво забирает мяч. Ах, искусно как обработал. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Мамаев. Отскок в поле от перекладины. Судья показывает на угол поля. А вот и повтор опасного момента. Вратарь первый на мяче. Олег Шатов. Смотрим за этой атакой. Дзюба! Игрок прекрасно освободился от защитников и должен был забивать, но чуть-чуть ему не повезло. Очень динамичный момент. Даже запасные повскакивали со своих мест. С комментаторской позиции было полное ощущение, что мяч оказался в сетке. Павел Мамаев. Артем Дзюба. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Олег Шат. Смол. Тут может что-то получиться. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Денис Черышев. Федор Смолов. Отличный удар. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Павел Мамаев. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Защитник хорошо разобрался, не дал пройти этому навесу.
Это может быть опасная атака. Отличный пас. Терпеливо ждут они своего шанса. Защита надежно играет, мяч отобран. Итак, первая половина встречи завершена, пока ничья, 0-0. Решительно тренер себя ведет, меняет сразу двух игроков. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Потерял он мяч, но кому он достанется? Дзагоев. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Решил пробить. Вновь надо выполнять подачу с угла поля. Вашему вниманию соотношение угловых в сегодняшней встрече. Защитник подальше от ворот выносит. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Пока неплохо. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Он бьет. Олег Шар. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Великолепная игра в пас. Пошли последние полчаса игры. Вратарь без проблем справился с ударом. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Александр Кокорин. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. И прерывает защитник эту передачу. Александр Кокорин. 20 минут до конца основного времени матча. Посмотрим за этой атакой. Удар! Подарил мяч кому-то из болельщиков на трибуне. Спасибо, скажи им. Матч остановлен, и сейчас произойдет замена. Александр Кокорин.
Шатов. Отлично сыграно, надо решать. А сейчас вперед можно выйти. Какая реакция, какой прыжок, класс! Вратари сегодня играют феноменально. Оба непробиваемы. Обостряющий пас, будет момент. Федор Смолов. Проверка вратаря, он на месте, никуда не ушел. Вратари сегодня заработали дополнительные аплодисменты. Оба пока играют на ноль. Пример того, как не надо разыгрывать угловых. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Денис Черышев. Смолов! Счет не изменился, по-прежнему ничья. Хотя сейчас они были близки к голу. Судя по усиленной разминке, одного из игроков сейчас будет замена. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Прекрасно играет защита. Это угловой. И его меняют. Не показал он все, на что способен сегодняшний матч. Есть шанс выйти вперед. На месте голкипер, все в порядке. Главная задача голкипера — не пропустить. И сегодня с этой задачей вратарь справляется. Сергей Игнашевич. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Мяч остался у них. Исток арбитра, но не финальный. Это штрафной. А стенка по шажочку, все двигается вперед. И так скоро покинет пределы поля. Прекрасный пас, опасно! Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Запрессинговал его совсем защитник, и мяч он выпустил за боковую. Олег Шат. Какой! Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Осталось совсем чуть-чуть до конца встречи, и голкипер, похоже, сегодня оставит свои ворота в неприкосновенности. Василий Березуцкий. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Еще 4 минуты проведут команды на поле. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Пробил головой он. Ну что, атака сегодня работала хуже обороны. В итоге 0-0. Ну что же, голкипер, безусловно, сегодня будет назван главным героем встречи. Серьезно, он поработал, а вот его команда практически не атаковала. Ничья? Да, ничья. И да, герой матча, конечно, вратарь. Такая разница в ударах в створ и ничейный результат в итоге. Отличнейшая игра голкипера.